Интернет-магазин «Попади в десятку». Запасной латунный картридж для пневматического револьвера «Скофилд». В него заряжаются свинцовые шарики калибра 4,5 мм. Он представляет из себя фальш-патрон с продольным отверстием. Сзади у этого патрона находится резинка, в которую вставляется шарик и удерживается там. У некоторых картриджей такого типа резинка находится с передней части, и пулька вставляется тоже спереди, что немного, но все-таки сокращает путь, который она проделает до выхода из ствола. От этого немного упадет и точность, и скорость ее полета. Здесь же резинка установлена логично, к самой задней части, так что эти несколько сантиметров используются. Сам картридж с установленной в него пулькой заряжается в барабан. Пневматика – охолощенное оружие. Самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.